Отделение Национального банка Тувы начало выдавать банкам республики банкноты номиналом 2000 рублей. Новые купюры являются законным средством платежа, которые обязаны принимать в магазинах, в предприятиях сервиса наряду с другими деньгами. Банкноты новых номиналов содержат целый комплекс защитных признаков. Среди абсолютно новых на 2000 рублей использован оптический переменный элемент – золотистое кольцо с изображением моста справа от центра лицевой стороны банкноты. При его повороте заметно перемещение кольца – это элемент очень сложно подделать, но при этом очень легко проверить невооруженным глазом. Еще один элемент – модернизированная голографическая нить. Первоначально работы по адаптации оборудования производились на контрольных образцах банкнот. После официальной презентации указанных банкнот 12 октября работы по адаптации продолжились, когда участники рынка получили так называемые живые деньги. Данная ситуация соответствует международной практике, поскольку банкноты разрабатываются с соблюдением режима секретности для противодействия фальшивомонетчеству. И о курсах валют. Доллар стоит 58 рублей 19 копеек, евро 69 рублей 9 копеек.